Всем привет, друзья! Сегодня покажу, как активировать AMG меню на 212 на цветном дисплее. То же самое и на 204, 207, 218 и так далее. В интернете мало информации, вообще почти нет информации, как активировать AMG меню. Никто ничего не показывает, а кто что-то уже умеет делать, сразу начинает делать это за деньги. Также в описании оставлю ссылку, как сделать остаток топлива в баке. Есть два способа активировать AMG меню. Один способ — это через CTK калькулятор, который у вас, естественно, нет, он дорогой. И второй способ, вот как мы активировали, но для этого способа нужен снять EEPROM и напрямую кодировать через программатор. А первый способ — это когда кодируешь через VDMO и CTK калькулятор, который, как уже сказал, дорогой. Как снять приборный панель, ссылку оставлю в описании для 212-го. Также в описании оставлю обзор AMG меню. Посмотрите и решайте сами, сделать это или нет. Всем приятного просмотра. Здесь зашелки. Снизу две зашелки и снимается панель. Как раз чистим все и поставим на место. В принципе, можно было нам его не снимать. Просто здесь вот эти никели мы могли бы поцарапать. Поэтому да. лучше снимать все-таки. Сейчас здесь он вот на эти буртики встанет, и ничего мы не поцарапаем. Так, берем звездочку. Берем звездочку на 10. Вон, на 10. Т10. И открываем. Теперь надо отщелкнуть вот все эти зажимы. Так, один вот под этим запломбировали, наверное, чтобы... Ну, я думаю, нам пломба уже не нужна. Просто сейчас надо все это снять. Так, вот отжимаем эти зажимы. Вот здесь есть зажимы. Защелкиваем и снимаем. Снимаем вот эти шурупы, да? Да. И посмотрим. Первый раз разбираем. Вообще-то нам надо добраться до EEPROM. Он, скорее всего, под дисплеем будет, скорее всего, потому что с этой стороны мы не увидели. Ну, доступ к EEPROM и через VDMO можно сделать, но мы хотели это делать через прожиг EEPROM. Здесь то снимает... есть он не на пайке, он просто на прижиме работает. Да, вот здесь контакты. Ага. Так, ну это нам мало чего дало, потому что все равно до платы нам мы не добрались. А чтобы до платы добраться, нужно снимать все стрелки, вот эту пластмассовую панель
Видишь, стрелки. Зафиксируем их начальное положение. Вот все стоит ровно по нулям. Давай попробуем выдавить, если... Вытягиваем вверх стрелки. Вот у него такая система. Здесь, в общем, он плотно напрессовывается на ось. Это, и местами. Да, местами. Это стрелка бензина. Вот. Да. Давай бензин ставим вот здесь. И вот это. А вот температура. Температура ставим вот здесь. Вот сейчас можем снимать всю эту панель. Когда сняли стрелки, уже панель можно снять. Так, вот дисплей, его надо аккуратно снять, он, как я понял, на разъеме. Uh-huh. Вот разъем. Да. Тоже ставим аккуратно, так, чтобы не повредить. И смотрим, что здесь за микросхема. Atmel 25128 это. Uh-huh. То есть серия 25 это работает по SPI шине. Опять наносим немного флюса. Флюс это канифоль и спирт. Uh-huh. То есть канифоль спирт. Спирт бросается, он там растворяется. Температура делаем в районе 330. Друзья, также есть возможность не снять EEPROM, а просто использовать вот такую вот шпильку. Такое продают на AliExpress прямо с программатором. Вот. Вы купите программатор, и эта шпилька идет в комплекте. Все, что вы делаете, на свой страх и риск, как говорится, мы просто показываем, а вы сами решаете, делать это или нет. Ссылку на программатор оставлю в описании под видео, а также на переходник. В середину не держим, да? В середину стараемся не греть, чтобы не испортить. Вот так. Запоминаем положение. Вот ты вблизи сфотографируй, потому что на плате нет точки первой ножки. Да, вот запоминаем положение. Это обычно можете заказать из Китая, программатор. Программа и... Видите, 24-я серия EEPROM, 25-я, 93-я. В данном случае у нас 25-я. Угу. А на 211-м 24-я, да. 24-я. Программа тоже диск. Да, здесь внутри у него есть программа. Диск. Также они блок питания положили, так как этот программатор дает возможность без компьютера переписать один EEPROM в другой. Угу. Копировать. Копировать, да. Понятно. Ну, это я думаю, что нам не понадобится. Так, теперь берем свободную панель. Эту панель тоже можете заказать. Да? Да, бывают панели, которые прижимом работают. Просто я беру эту, так как микросхема не новая, у нее выводы могут быть не очищенные и будет слабый контакт. А здесь как понять, в какую сторону ставить? Точка вот, нет? Вот первая ножка колодки и вот первая ножка микросхемы. Здесь белая точка стоит. Угу. То есть сейчас мы берем микросхему, разворачиваем вот так вот. Вот так припаиваем. А как понять, где первая точка на микросхеме, там же нет? Есть. Есть точка? Сейчас покажу. На микросхеме вот здесь вот есть такая риска. Угу. Видите? Да. Это и есть первая ножка. Так, далее. Вставляем в программатор. Угу.
все прошло, здесь окей. Теперь снимаем и ставим все обратно. Так, сейчас нам надо правильно поставить микросхему. Запомним, как до этого. Нет, обратно. Обратно? Ты точно помнишь? Сейчас посмотрим. Давай сними. Сейчас посмотрим, чтобы... Здесь нет отметки первой ножки, поэтому надо... Да, здесь нет отметки. Сравнить с тем, что было до того, как мы его снимали. Точно так же. Помним, как сняли. И точно так же ставим на место. Укрепляем на всякий случай. И надо отмыть флюс, чтобы потом в дальнейшем проблем никаких не было с утечкой тока. Спиртом. Спиртом, да. Сейчас на всякий случай проверим, нет ли у нас залипаний. Все вроде бы нормально. Собираем в обратной последовательности. Ставим дисплей. Здесь разъем. А, разъем. Здесь разъем. Главное его правильно поставить. В принципе, неправильно он и не может поставиться, потому что у него тут есть направляющие втулки. Вот эти втулки, они его направляют. Далее. Ставим панель, защелкиваем. В принципе, можно все это испытать, прежде чем собрать. Собирать, да. Давайте моторчик тоже поставим, чтобы не было никаких ошибок. Здесь замок неудобно с откинутой панелью. Папа! Где? Папа! Приятно, когда открывал ключ, написала MG. А, подожди. Папа! Вот. Вот AMG меню. Так, все убираем здесь пыль, потому что это с давних пор здесь. Как раз хорошо, что с экрана пыль убираем. Ставим стрелки. Надо ровно поставить на ноль их. Вот так вот. Мы сейчас слегка их поставим, на машине проверим. Все проверим, а потом вдавим до конца. Этот вот, вот сюда, здесь. Вот, тоже вот мы запомнили его положение, когда снимали. Сейчас, я уже вдавил фактически. Ладно, если надо будет, снимем. Давай поставим, если надо будет, снимем. Он на 99% все правильно мы делаем. Просто прежде чем собирать, проверим. Угу. И соберем. 20 литров.
Все, ставим на место. Сначала вот эти две защелки должны щелкнуть. Раз. И вот. В общем, вы одеваете, он сам садится на свое место. Потом все это стекло. Все. Защелкивается на свое место. Надо еще винты поставить. Тут у нас есть винты. Вот раз. Здесь номер. Десятка. Все, сейчас одеваем вот этот ободок и ставим все обратно. Раз, вот два. Угу. Здесь защелки сидят. Здесь сидят. Ну, идем ставить на машину. Друзья, значит, активировали AMG меню. Вот. Подробный обзор AMG меню. Какие там есть нюансы, какие есть функции. Все я сделал отдельное видео. Оставлю ссылку в описании. Можете посмотреть. Всем спасибо и удачи на дорогах.